Дорогие мои, любимые мои детки, вы сами знаете, как я вас очень сильно люблю. Владика, Лизочку, вы для меня оба дороги, поэтому от всего сердца, от всей души хочу пожелать вам всего только самого хорошего. Прежде всего, поздравить с этим знаменательным днем, днем рождения вашей семьи. Будьте счастливы, любите друг друга, цените друг друга, уважайте друг друга. Бывают в жизни моменты, когда надо уступить одному другому. В жизни так бывает, что не все только хорошее, понимаете? Поэтому вы должны идти по жизни плечо к плечу. И тогда вам все неприятности, невзгоды вообще будут казаться такой мелочи вообще. Желаю вам от всего сердца, чтобы у вас родилось столько детишек, сколько вам бы хотелось вообще. Чтобы по вашей службе, по работе светила вам удача, вы достигали высот, потому что вы оба у нас умненькие, вы наша гордость, и мы только вами как бы живем, и каждый раз радуемся, вы приносите нам только положительные эмоции и даете заряд нам бодрости, стимул жизни для того, чтобы дальше жить и радоваться. Поэтому я вас очень сильно люблю, поздравляю с этим знаменательным днем, хочу, чтобы вы прожили долго-долго и счастливо. Добрый день, уважаемые гости! Рады приветствовать вас во дворце бракосочетания Екатерининский зал. На торжественную регистрацию с заключения брака приглашаются Владислав Анатольевич, Елизавета Сергеевна. Уважаемый Владислав, Елизавета, сегодня удивительный день в вашей жизни, день рождения вашей семьи. Человек всегда ищет свое счастье. Так было всегда. Так будет во все времена, пока в сердце живет любовь. Искренняя, вдохновенная, преданная. Она окрыляет, делает жизнь ярче. Вы счастливые люди, потому что нашли в этом мире друг друга и решили создать свой неповторимый союз, название которому – семья. Наступает торжественный и ответственный момент в вашей жизни. Перед государственной регистрацией заключения брака позвольте вас спросить, является ли ваше решение вступить в брак искренним и взаимным? Прошу ответить вас, Владислав. Да. Прошу ответить вас, Елизавета. Да. Ваше согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Приглашаю вас поставить подписи в записи акта о заключении брака. Смею я, как это все сказать, смею я.
букета. Давай, рыба. Парни, как вам подарки от жениха? Кайф? Так, повезло всем, но ты... Но следующая именно ты, абсолютно верно. Полина, поздравляем! Лиз, ну, как говорят мои друзья, кто нас знает много лет, после моей супруги говорить уже вообще бесполезно. Ну, ты знаешь, папа у тебя такой, что даже после мамы скажет. Ребят, поздравляю вас с рождением вашей семьи. От чистого сердца спасибо за этот праздник сегодняшний. Спасибо вам. Спасибо всем пришедшим, друзьям, родственникам, отцу, матери. Всем бабушкам, дедушкам, всем друзьям, молодежи, всем друзьям, кто пришли вас поддержать в этот день, ваш праздник. Ну, Лиза, ты знаешь, мы сильные, наступать нечего. Хоть у тебя сегодняшнего дня фамилия Хабарова, но корни никуда не денешь. Все ничего не меняется. Слышно, сзади подсказывает. Вот настойчивость спортивная. Только вперед. Только шагать вперед. На колени не вставать. Только вперед, дочь. Владик. Ну, тебе поддержать ее. Ты знаешь, она сильная. Будьте мягче друг другу. Где-то уступать, действительно. Супруга говорит, Наташа, уступать где-то. Только вперед, только в бой. Мы вас очень сильно любим. Всегда поможем, всегда подскажем. Всегда. Нас можете надеяться всегда. Мы очень рады, что вы создали семью, что вы идете рука об руку, что вы должны понимать друг друга. Остальное все мама сказала. И самое главное, что еще мы хотим, дождаться правнучка от вас. Хотя бы, чтобы порадовали вы нас. А так все хорошо. Все, что было сказано, то и мы можем сказать. Большое вам спасибо за вашу любовь и за ваше понимание. Лизонька, есть такая традиция, по которой именно ты являешься хранительницей семейного очага на твоих... Я не могу назвать твои плечи хрупкими, потому что мастер спорта по карате, но это не совсем речь о хрупком. Ребятушки, посмотрите сюда внимательно. Отсюда, от этого тепла, от тепла ваших родителей и бабушки с дедушкой, началась ваша дорога в этом мире. А теперь посмотрите на ваших детей и внуков. Сегодня они тоже превратились в одну семью. 20 августа 2022 года в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации во дворце бракосочетания Екатерининский зал ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. На Кубани родилась еще одна семья, и родилась она на ваших глазах. Мы надеемся, если не все, то большинство из присутствующих запомнят этот день. Сегодня началась их общая официальная история. Сегодня начинается их семейный путь. Поаплодируйте им, пожалуйста. Это важный день, исторический день, их день. В двух-трех словах. Я в шоке. Я тоже. Любите друг друга? Да, мы счастливы.